Цель приезда. Этнографическая экспедиция. Понятно. Нефть ищите? Не совсем. Я ищу фольклор. А? Я буду вас записывать. Старинные сказки, легенды, тосты. Тосты! Дорогой, тебе исключительно повезло. Я тебе помогу. Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина — это все равно, что брачная ночь без невесты. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить? Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью, понимаете? Не имею физической возможности. Вот по этому поводу первый тост. Тост сейчас запишу. Потом запишешь. Бери стакан. Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Угу. Имею возможность купить козу, но не имею желания. А, да. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Молодец, так. Слушай другой тост. Так.